Алекминск станет наряднее. Здесь установят светодиодные консоли. О том, какие улицы планируют преобразить, расскажет Елена Фаст. Рабочие, сосредоточенно устанавливающие днем что-то на столбах центральной улицы города Алекминска, большого внимания первоначально не привлекли. Начав работы от площади Победы, они переходили от столба к столбу. Сегодня производим установку декоративных консолей для красоты города. Но пока тепло, то мы хотим сделать на этой неделе. Как выяснилось, идет установка светодиодных консолей, которыми планируется украсить пока центральную улицу до сквера Кудбертинова, а также площадь Ленина и площадь Победы. Такую работу, получается, выполняет первый раз, такого не было. Консолей было приобретено 47 штук, начали их устанавливать. Должны в ближайшее время уже закончить установку, проверить все. Действительно, в Алекминске это первый опыт. Как нам пояснили чуть позже, оценив на практике исполнение работ, возможные проблемы, работы по украшению будут продолжены. Наряднее станут площади, скверы, а пока уже первым вечером можно было оценить первые итоги наглядно. Этим же вечером в WhatsApp жители обменялись действительно приятными впечатлениями. Какую красивую подсветку сделали у нас. Ага, сегодня заметили. Очень красиво. Да, мы тоже сегодня заметили. Ее сегодня и делали. Ух ты, красота. Спасибо тем, кто такую красоту сделал. Сразу настроение поднялось. Елена Фаст, Максим Копылов, Сергей Липу, НВК Саха, Алекминск.